Так-то бусик сюда тогда. Тоби, ты готов? Погнали. Всем доброго дня. Всех с выходными. А мы в деревне и выдвигаемся сегодня на рыбалочку. Так что, опа, решили скататься до соседней тут деревни. Съездим на рыбалку. Табуся, поздоровайся с подписчиками-то. Скажи привет, ребятушки. Скажи привет. Привет, скажи. Мне, скажи, завтра 7 месяцев уже. Я уже взрослый. Тоби. А? Скажи привет всем. Погнали. Едем, короче, на рыбалку сейчас. Забираем Валентиновича. Двоечка сегодня отдыхает. Табусь, давай вперед. 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 Давай, 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 давай. Давай. Вперед. Вперед. Поехали. Поехали. Вот так вот. Молодец. Умница моя. Все. Сидеть. Сидеть место. Молодец, красавчик. Красавка злюка. Собака злюка. На рыбалку поедем рыбу ловить. А? Поедем карасей половим. Покажем ребятушкам, а? Злюка моя, злюка. Злюка моя. Злюка моя собака. Ва, какой волчонок. Многие, кстати, спрашивали, Денис, когда сделаешь обзор на свой новый УАЗик в семье? Ну, накидайте комментарии. Надо, нет, я сделаю обзор. Уже поездил на машине 3 месяца, могу сказать многое. Если честно, об этой зверюшке. Взять? Ведро пива бери. Нас сегодня везут. Только теплое оно. Всем привет, да? А ты записываешь? Да. Ребята, мы это на огромную рыбалку едем, все. На огромную прямо. Черви, все. Они одна баночка только? Они ожили. Да хватит кого. Ну погнали. У тебя тут это ящиков, как будто ты фруктами занимаешься. О, фрукты, овощи. Ребятам покажи, он уже, смотри, картошка окучена, все дела уже, все здесь, все. Тунгузик, а что у тебя с косилкой что-то? Катя говорит, с косилкой что-то. Карбюратор надо менять, наверное. Нет. Газ даешь, и он, да? Ну как-то так слабовато. Кто ты, мой хороший, я привет. Смазал, привет, мой хороший, привет, тунгузик. Привет, малыш мой. Огород. У Валентина что тут все, видите? Арка входа в это. В Государево. Огородная. Клубника, лучок. Картошечка. Гусыня, кстати, на яйца тоже села там. У меня утки сели, попозже покажу. Да, кстати, кто не подписался еще, подписывайтесь на телеграм-канал. Как вы видели, я уже сделал там небольшое видео. Сказал, что мои подписчики, в хорошем смысле этого слова, повторюсь, в определенном смысле мамонты ютубные, поэтому, но так или иначе, телеграм лидирует уже по многим параметрам, поэтому у меня телеграм-канал Алькаш ТВ, он был давно, но вести начинаю его вот буквально, ну, плодотворно, так сказать, поэтому все новейшие видосики, зарисовочки, комментарии, фотки, видео в хорошем качестве будут в телеге, ссылка в описании под видео. Че, погнали? Парням сказал, что все это у нас, да, в зачете, все у нас. Вот, Николай Валентинович тут трудится каждый день. Картофанчик уже окучен, все уже, все. Теплица, отбор, кстати, черным затянута, чтобы жары не было. Нет, сильно. Нет, жарко сильно было, да. У нас сороковка тут стояла. Так. Ну что, поехали? Сейчас, подожди, не шлю, я один, потому что ты все. А что-то я что-то в галошах поехал. Так я тоже галоши один. А. О, гараж, новый свет сейчас тут сделал. Вон, смотрите, какая красота. Все видно, шикарно. Ты что, собака варишь там что-то? Да. Это я не стал этот чемодан брать. Ты что там? Я просто крючки взял, да и все. Ай-да-да.
Пустота, никого нету. Офига. Ох, какая ляпота. Вообще кайф, кайф вообще. Ну все, карась, мы готовы. Вот вроде от берега буквально тут 2 метра, а глубина приличная, около 1.5 метра. Здесь потому что у нас яма. Здесь вот берег хороший, дети купаются постоянно. На вездеходе здесь постоянно тоже плаваю. А глубина вот здесь именно в ямка. И сюда карась всегда скатывается. Чуть надо поплавок поднять. Вот. Вот она, рыба моей мечты. Первая рыба за сегодня. Ротан мелкий. Но такого я еще вообще не ловил. Ну даже зимой такой не клевал. Да. Пойдем кушать. Смотри, папа тебе что даст. Смотри, какая рыба есть. Будешь хавать? Ну-ка. Так ешь его, что ты? Стоп. Смотри. А? Ты зачем в нем мажешься? Ты что? Бичоныш, а? Ты что думаешь, что это мышка, что ли? Ты что, блин, мажешься, придурок? На, кушай. Нет, он вымазывается в нем. В этом. Ты что? Ты если хочешь хавать, хавай. Заберу сейчас у тебя. Заберу. Чего он трясет? Ну, у него такие процедуры. Хавай, хавай, давай. Звезды в Африке. Светиться будешь. Ну, кушай давай. Вот жена у меня сегодня молодец. Первый карась. Хопачки. Вот так вот бывает. Молодец. Огонь. Ну здесь может и чубачок клюнуть даже, и окушок клюнуть может. Чубак, окунь, карась. Да. Все есть. И шурагайка есть, но она не клюет. Почему? Так, дедушки первая рыба. Подождите, Тобя. Что, мелкий? Ну такой же он. Ну, 30-ка. Где 45-е, это 55-е. Ждем. Ты ну хоть бог, ну хоть клюнул, хоть я тоже удовольствие поймал. Вот это да. Снимай. Вот это да. Какой большой. Вот это молодец. Вот это молодец. Вот тебе уже 50-шный. Вот это уже результат. Вот это точный результатик. Отличный. Вот это уже точный результат. Вот. Сразу видно. Дочь рыбака. Профессионал. Да. Недаром. Время в Нижневартовске проходило на Оби. Все детство. Опа! Ты представляешь? Сломался? Да! Крючок сломался, вы представляете? Вы представляете, какой там мощи было это дело все? А? А у тебя есть запасной? Офигеть. Есть, конечно, но просто. На хороший день. Ты прикинь. Надо не забыть, что там крючок. Слышите? Угу. Ага. Ну, все, едем дальше. Давай. О, тише, тише. Не торопись, не торопись, не торопись. Не торопись. Зачем торопишься? Вот хороший карасик. Вот такие вот. Жареха сегодня будет точно. Сковородочная.
Ты уже всех переловила тут. Угу. Дедушку. Зачем, Валентинович, мы ее с собой брали? Не, хорошо, дочь ловит, Миша. У тебя жена ловит, Миша, прекрасно. Закидывай. Даже на этого же червя. Результат будет стопудово. А я, видите, решил далеко забросить. Что-то у меня вообще безрезультатно. Так что... Не всегда дорогие длинные удочки решают, да, Валентинович? Как-то иногда не по бережку идут, так неплохо. Мама в детстве на палку ловили. Ну, понятно. Вот Миша выключил насос, сейчас будет клев у нас. Сидит, эти стопудовые. Нет. Что-то дернуло и прям. Так, Екатерина Николаевна. Давай. Вот только свежего червя закинула, сразу рыба вон играет прям. Табусь, да ты что страдаешь-то? Я что-то понять не могу. Что ты страдаешь? Ты запутался опять? Что ты страдаешь-то? Ну, и страдался весь. Видите как? Вот что, кстати, в телегу не подписался, подписывайтесь, потому что самый первый эксклюзив всегда там. Смотрите какой, а? Тоби, ты рад? Сегодня уха у нас будет из петуха. Класс. Не, так ты так тянул, как будто бы это у тебя я там. Вижу, так а зачем ты так тянешь-то сильно? Нет, типа чего. Ну вот дочь, видишь, тебя побила сегодня. Ротанчик. Поехали. Давай. Блин, сошел. Эх, сошел. Такая поклевочка была. Мелкий, видимо. Не успел заглотить. Слушай, просто. Надо проверить червя-то. Ты подожди просто. Может он это не успел заглотить. Катя, червя проверить надо. Красота вообще просто. Просто красота, смотрите какая. Кайф. Абуся, что ты? Как рыбалка? Как рыбалка? А? Просто кайф. Нам еще сегодня повезло, что никого нету просто здесь. А так бы приехали тут, 100-500 человек сидело бы. Да ладно. Золотая рыбка. Так ты вообще кто, что, ничего, решила нас всех переловить, что ли? Сейчас подожди 2 секунды. Сейчас я свою закину. Даже мне... Золотой, прикинь. Сейчас подожди. Оранжевый. И он просто за рот захватил, посмотри. А за что он должен? Не за рот захватить? Нет, ну я имею в виду... За что? Золотой, а? Его кто-то кусал уже. Посмотри. Кобра, видимо. Нет, ну а почему у него вылезло? Кобра. Да это лишайный. Ты что, его нельзя брать с собой? Что, правда? Да пиявки Вилли стоял просто долго. Какие пиявки? Ну сколько можно-то уже нас перелавливать? Ты что, издеваешься, что ли? Каждый этот. Только забросила, вытащила. Надо было раньше. Что, водил прям, да? Да, вообще конкретно. Вот здесь вот где-то? Да. И на глубину утащило, и всякое. Что, подождем? Поплывок просто фиговый. Вообще его не видно, да? Да, это уж у тебя не видно, у меня вот не видно. Надо все-таки брать вот такие салатовые какие-то, цвета оранжевые. Или просто шар заливать надо, да? Конечно, не заливать. Это уже в воде. Я понял. Ни хера нету опять. Рано. Ляпота. Короче, жена сегодня всех обловила.
первое место. Уже закат ушел давно, темнеет. Но мы еще посидим немножко. Погода вообще офигительная. Где-то плюс 13-14 вон. Утки пошли. Три штуки, но. Видите, красавцы. А? Вон они. Вон они, красавцы. Вот. Погода, конечно, бомба. У нас сейчас появилась немножко комарика, немножко мошки. Опа! Вот она. Овод появился. Короче, все как мы любим. Че ты там нашел? Иди сюда! Зачем ты к соседу перешел туда? Нельзя туда тебе? Там сопредельное государство. Но ты зачем границы нарушаешь? Короче, рыбачим на 4 удочки. Тобик, только наш праздник будет 28 мая, ты че? Дурачится уже. Че, моя клюет? Что, ты хочешь перезабросить ее? Тут канал в канаве хорошо стоит.